Вот еще один экземпляр в коллекцию. Залом порога. Хундайчик. Приличный залом. Здесь вниз выпуклость, здесь наоборот наверх. Вот, зона ремонта получается практически метр. А глубина ямки здесь у нас 3. А если вот так поставить, ну, тоже 3, чуть ниже, 3,5. Вот такая красота получается. Здесь от 1,5 и пошло на увеличение до 3,5 в максимальном раскладе. Красиво. Будем ремонтировать. Как не обидно. Вся вот эта красота на поверхности антигравия не держится, поэтому отставляем в сторону. Вот это аппаратик Nordberg называется, споттер. Дабы машину не курочить лишнего, не вырезать, не разрезать, наваривается вот такая гребенка, и с помощью ее сейчас попытаемся пролечить этот короб. Принцип работы очень прост. Приваривается вот такая гребеночка вот к кузову. Вот, разрядами. И потом принцип обратного молотка. И, естественно, металл вытягивается. Вот он, промежуточный результат. Конечно, еще до того, как будет все хорошо рано, но уже видно, что сдвиги есть. Ну вот, финишный результат рихтовки. Прям таки неплохо получилось.